Сегодня на острове Русский Приморского края стартовали основные мероприятия деловой программы 2-го международного экономического форума. Накануне прошла церемония открытия. Она началась с карнавального шествия делегаций, а на импровизированной улице Дальнего Востока каждый из регионов организовал свой выставочный павильон. Площадку Якутии стилизовали под бриллиант, внутри которого можно познакомиться с уникальным в своем роде экспонатом – мумией пещерного львенка. Ну а в деловой программе форума свое участие подтвердили представители 241 российской компании и 57 иностранных предприятий из 28 стран мира. Якутия представит на форуме 22 инвестиционных проекта. Более 3000 гостей со всей планеты приедут к нам во Владивосток. Многие из них уже сегодня работают на Дальнем Востоке. Многие думают о новых инвестиционных проектах. Дальний Восток большой, с ним невозможно познакомиться в одной точке. Он более 6 миллионов квадратных километров. Поэтому спасибо, что вы, несмотря на дождь, несмотря на непогоду, приехали сюда для того, чтобы поделиться частицей своей любви к Дальнему Востоку.